Астропрогноз на 2 декабря. Овен, не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны. Проведите время с близкими людьми. Телец, если вас мучает чувство неудовлетворенности, у вас будет шанс от него избавиться, но не пытайтесь делать кардинальным способом. Близнецы, сегодня вы будете склонны к самоедству. Если кто-то попал в неприятную ситуацию, не стоит испытывать чувство вины. Рак. Удача находится на вашей стороне. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках. Лев. Сегодня начинается новый виток вашей карьеры. Вам стоит быть максимально уверенным в своих силах или, по крайней мере, сделать вид, что это так. Дева. Чем больше мелких подробностей вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции. Весы. Сегодня не стоит посещать людные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия. Отложите подобные развлечения до лучших времен. Скорпион. Сегодня вы будете доминировать. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль. Стрелец. Сегодня вы не будете полностью контролировать ситуацию. Вам придется искать поддержку со стороны. Козерог. Живите одним днем, чтобы не было необходимости, скучая, строить планы на будущее. Водолей. Не стоит пытаться сделать все за один раз. Разберите вашу задачу, иначе так и останетесь ни с чем. Рыбы. Влияние Луны настроит вас на лирический лад. Завтра может оказаться трудно понять те или иные сегодняшние поступки.